Рассмотрим такой фактор, как антропогенное воздействие. В последнее время на Курильском озере возник и все большие обороты набирает такой вид деятельности, как туризм. Все туристические продукты предполагают катание по Курильскому озеру для того, чтобы сфотографировать красоты, медведей, которые концентрируются на листилище. Катание эти проходят в прибрежной зоне, где мерки и лисница начинают в прибрежной зоне, нерест начинается с середины августа и продолжается там, до конца января. В процессе нереста и развития игра очень уязвима, работает их очень много. Она подвержена механическому влиянию и соответствует гибели от вибраций, в том числе. Тогда возникает вопрос об экологичности такого вида деятельности, об экологическом воспитании, которое этот вид деятельности призван внести в массы. К сожалению, мы должны обратиться опять к примеру Америки и Канады, где во время риска тихоокеанских лососей не только запрещены передвижения по водотокам и водоемам на кормных лососях. У нас в советское время был такой пункт правила рыболовства. К сожалению, его изъяли, и сколько мы не пытаемся, вернуть не получается, потому что считается, что это проблема не Минобхоза, а Министерства транспорта. Ну вот, пожалуйста, прочитайте все, что здесь написано. Мы благодарим всем, кто когда-либо продолжает самоотверженно собирать пробы на Курильском озере. Благодарим Алексея Маслова за предоставленную возможность украсить нашу презентацию авторской фотографии. Благодарим нас за оригинальные фотографии автора и соавтора. И спасибо всем, кто нас выслушал. Спасибо, Виктор. Вопросы будут? У меня вопрос. Я первый. Можно? Пользуясь трудным положением. В общем, наш ответ Чемберлену, да? Готов. Имеется в виду, что они, которые говорят, что мало нет, и мы не видим, как заходят, которые катают, потом еще люди показывают, да? А мы говорим, что вы на лодках там разрушаете нерестилище, но это, в принципе, в вашей компетенции этот вопрос поднять, потому что вот сейчас на Чилинском мы запрещаем движение на лодках, в озере Сокольск запрещаем, сидим в озере Курильске, извини меня, катается вдоль РПС. Почему не вынести эту инициативу, или чтобы в положении об этом заказнике это было записано, наконец-то? Думаю, какой экономично там эти ситуации осуществляют. Ну, и до Америки не соглашусь, потому что лично был, лично попался, я этого хотел, но туда не запрещаю. Ну, у меня такие сведения, видимо, по заповедному было как-то. Но инициатива эта должна быть, конечно же, не моя, а нашего института. Как это все сделать, цивилизованно, я пока не знаю. Вы обратили внимание, что не были названы ни организации, ни лица. То есть, да, есть проблема, и вам решать, как это нужно делать все вместе и думать все вместе. Потому что на это завязано очень много идей.